shade of the south, where the sweet honey drips off of that old hush your mouth. It's a slow road on down that old Natchez Trace, through Alabama cotton fields to a state of grace. It's a crisp golden autumn on the Tennessee line, rolling down the Mississippi like you're headed back in time. Town's closed on Sunday, everybody's in church, it's empty as the moon, this place here on earth. And this place don't change, some places move slow, I'm just rocking myself. Всех приветствую! Сегодня у нас 11 октября. Приехала позакаливаться на озеро. Вот мимо еду, и просто невозможно проехать мимо этой красоты. Посмотрите, какие колосья. Октябрь месяц, середина октября. Но природа вот эту красоту нам выдает. Посмотрите, как красиво. Это же чудо просто. Радостью и получать бодрость. Просто красота. Вот даже в октябре, в середине октября, можно увидеть, даже вот в малом, такую красоту, которую создал Господь. Вот эти колосья, это просто чудо. Ветерок. И просто вообще прекрасный, великолепный. Вот и я наслаждаюсь природой, сосновым воздухом, любуюсь просто красотой и великолепием Божьим. Очень красиво все. Здесь вот облепиха растет недалеко от озера. Так вот облепиха растет. Очень полезная ягодка. Такая ягодка. Ау! Здорово! Какая прелесть. Смотрите, какая красота. Природа замечательная просто. Вот и дерево.
это все жизненная энергия, природа. Поедем на озеро. Возле озера, озеро называется Пресное, почему-то всегда дует ветер, что может быть открытое здесь вот озеро. И всегда холоднее, вот я шапку одела, уши прямо дуют. Надо размяться перед закаливанием, согреть тело. Сделать такое, чтобы разогреться. Немножко движения поделать всякие разные. Можно попрыгать, побегать, потанцевать. Кто как может. Лишь бы вам тепло стало. Я попрыгаю. Ну, немножко так. Разденемся и отожмемся. Будем закаливаться, раздеваться и плавать. Господи, дай здоровья, Господь, мне, моим родным и моим друзьям. После закаливания
выпьем чайку горяченького, чтобы не замерзнуть. Очень вкусный чай. Можно шоколадкой. Кусочек шоколадки скушать. Гормон радости получить. Как бы мы все равно получили гормон радости от закаливания. Но еще можно шоколадку покушать. Закаливайтесь. Всем пока-пока.